Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня у меня отличные новости, потому что разработчики выдали новую информацию по новому персонажу, который выйдет уже совсем скоро, возможно, даже на следующей неделе. И этот персонаж не летучая мышь. Итак, сейчас вы видите картинку на экране. Разработчики сказали, что будем угадывать в течение 2 дней персонажа по 2 подсказкам. Это у нас 1-я подсказка, 2-я подсказка выйдет как раз сегодня, тоже на Facebook разработчиков. Но я о ней уже расскажу завтра. Итак, давайте по поводу 1-й подсказки. Они просто обрезали половину картинки персонажа, затемненного черным фоном, и типа, вот, держите подсказку. Это капец. Ну, быстренько пройдемся. Итак, видим вот хвостик, да, такой маленький, красивенький. Потом видим одно крыло. Видим 2 лапы, видим огромный голову непонятного размера, непонятно чего. Что это такое, я не знаю. Ну это летучее что-то, да. Явно это не петух. Явно это не петух. По лапам могу сказать, что это может быть утка. Ну хотя у утки немного другие лапы, но очень похожи. Очень похожи. Либо это, ну цыпленок вряд ли, у цыпленка все-таки когти, да, у утки ласты. И вы видите, здесь как раз тоже ласты. То есть, скорее всего, это какой-то птица летающая, да, с перьями, скорее всего, да, плюс какой-то короткий хвост, ну, вряд ли, там, ну, есть, конечно, птица с длинными хвостами, да, типа павлина, но у этой птички короткий хвост, плюс есть такие вот ласты, что ли, а это значит, что у нас будет, скорее всего, уточка или что-то такого, либо утенок какой-то, ну, это серьезно, какой-то бред, если утенок будет, ну, я не могу себе представить, что у нас, что это вообще такое, у меня в голове не укладывается, но... Как говорится, посмотрим, увидим. Кстати, разрабы написали, что 2-я подсказка будет... Ну, если мне не обманывает перевод, то сегодня, 4 числа, в 16:00 по МСК. Вроде как. Вроде как, но это не точно. Но надеюсь, что будет, потому что в прошлом они выложили как раз в 16:00 3 числа. Поэтому, в принципе, мы можем как раз до этого момента поугадывать, потому что разрабы сказали, типа, вот. Ну, они на Фейсбуке это говорили, поэтому... Я сейчас вам озвучу условия, да? Ну, кто хочет, может попытать удачи. В общем, в чем суть? На Фейсбуке у них проходит, типа, такая штука, что сейчас кто угадает персонажа, первые 3 человека, которые угадают персонажа, я так понимаю, в комментариях в Фейсбуке, да? Те получат 500 драгоценных камней. Да, вот так вот. Не может быть, но это реально разрабы решили такой бонус сделать для самых активных. Плюс это будет, получается, не сегодня нужно угадывать, а именно... Точнее, да. Сегодня, но только будет на 2-м посте. Когда вот 2-я подсказка выйдет, только тогда пишите, кто хочет попробовать победить в этом конкурсе с разрабов название нового персонажа. Ну, я думаю, это будет утка. Скорее всего, в голову больше ничего не лезет. Хотя я не знаю, как она вообще в игру впишется, что она будет в игре делать, что это вообще будет такое. Это трэш еще тот. Ну да ладно, это, конечно, будет все прикольно, когда это все выйдет, да? А мы сегодня поиграем немножко на брюсе в командных боях, не хочу я. Хотя сейчас сложный режим, можно в сложном режиме поиграть. Давайте, ладно, одну каточку в сложном режиме. Вот таким вот крутым сетапом. И немножко пообсуждаем нового персонажа. Блин, что-то разрабы заладили, новый персонаж, потом еще этот, летучая мышь будет. Потом еще кого-то, наверное, запилят. Но я так понимаю, летучая мышь, скорее всего, выйдет чуть попозже. То есть у нас сейчас вот сентябрь, да? Я надеюсь... что персонаж выйдет не так скоро. Почему? Потому что я не успеваю их качать. Я их качать не успеваю, они выпускают их слишком быстро. Вот серьезно, они их просто выпускают слишком быстро, я их не успеваю качать. Но это какой-то бред. Кстати, хамелеон, который забрал у меня копье, поплатился за это. Ой. Ох уж эти хамелеоны, да? Так, ну что, мы на брюсе доминируем, погнали в кустики. Я не знаю, если они реально... То есть они завтра уже почти скажут его стопроцентный... Ну... 100% завтра будет инфа по тому, какой это будет персонаж. Кто это вообще будет? Ой-ой-ой-ой, надо срочно убивать. Хух! Я жирафа убил, это вообще кайф. Почему? Потому что я жирафов не очень люблю. Если бы я его сейчас не убил, он бы меня потом мог вынести и забрать бы мой топ-1. А я его, получается, сейчас минусанул и... Считайте, топ-1 себе обеспечил. Это классно. Ну да ладно, идем дальше. Так, смотрите. Завтра, получается... Да ну, какой красивый, а? Завтра получается, точнее сегодня получается в 4 часа по МСК разрабы на Фейсбуке выложат пост. Я его посмотрю и завтра уже выложу видосик по поводу того, что же это будет. Ну я думаю, это по-любому. Ну, по поводу лебедя не очень, страус как бы тоже там не подходит ни в каком месте. Потому что чисто по ногам там ласты по-любому 100%.
Ну и про то, вот я не знаю, что какой геймплей будет на утке, что-нибудь сделают, махать крыльями. В Орлу сделали вот типа геймплей взлетать, там нападать, но это типа механика, ну самого Орла в реальности, типа он так охотится, да? А что будет у нас тут, я не понимаю, типа глотнет воды, плюнет водой, убьет. В общем, непонятно, что у него там будет за активный скилл. Может быть, будет типа ускоряться на воде. Скорее всего, тоже будет типа что-то взлетающего, но меня напрягает один момент. Это теперь у нас будет 3 летающих персонажа. То есть сейчас добавят вот эту вот птичку непонятную, да, потом добавят непонятного, непонятную летучую мышь. И, короче, что это будет на карте? Карта будет состоять из летающих персонажей просто. Блин, если бы сейчас прыгнул КБ копьем и потом юзнул бы дробовик, то достал бы. Но в итоге я этого не сделал, и как бы победка от меня ушла против хамелеона. 11 уровень хамелеона надо было убивать. Ну да ладно, зона сближается, в принципе, можно здесь поставить пока что. Блин, ну короче, разрабы вообще... Я не пойду за ним, мне нет смысла. Это, как сказать, неправильно будет. Потому что, видите, вода, и... О, тут еще хамелеон. Я пока что стану вот так вот, подожду. Подожду, мне, в принципе, здесь нету ничего такого. Минусуем хамелеона. Забираем дроп. Скипик сейчас умрет в огне. Вижу там 11-го Брюса. Пытаюсь убить Инкса, но, наверное, он убежит. Наверное, убежит. Да за что мне все это? За что мне все это, а? Ох уж этот жираф. Ну, я, короче, не буду сдаваться. Попробую вытащить через жирафа, но мне сложно будет это сделать. Кстати, Скипик выжил. Молодчик, Скипи вообще. Мне главное сейчас держаться подальше от Брюса вот этого. Ну, Брюс, ну почему ты меня напал? Ну, Брюс, ну там же стоит... Вот, вот, вот такое ощущение, что его не хейтит. Жираф вообще. Ну, блин, тут восьмой Брюс, конечно, с восьмыми артефактами было сложно победить. Ну, такое. Чисто по фанчику скатали. Ой, разрабы, короче, меня вообще удивляют в последнее время. Один летающий, второй летающий, третий. Хотя я понимаю, что у нас в игре, по сути, вот если сейчас глянуть, летающих персонажей вообще нету, да? Так, давайте лучше посмотрим не таким образом. Вот, через рейтинг. Ну вот, где у нас летающий? Орел и все. Орел и все. Как бы, надо вносить баланс в персонаж, который умеет летать, да? Ну, представляете, если бы сделать дофига летающих персонажей, что это будет? Блин, надо тыкнуть на бой, да? Это просто будет такая ситуация, что все будут летать, будет... Какой-то бред творится на карте, будет вообще трэш. И так этих орлов дофига, да, в принципе, может быть в катку. А тут, представляете, будут летать просто пачками. Это будет вообще дико-дико. Ну, уточка, это у нас же дикий персонаж. Кстати, я же 10 уровень, мне надо сейчас мутиный дроп. Забираем гранатку легендарную. Себе. Я, кстати, взял кофе на Брюсе, видите, не поменял сетап, моя ошибка большая. Большущая ошибочка. Ну, ничего. Ничего, как говорится, в этом такого плохого нету. Ну, хотя есть очень сильно, потому что кофе здесь вообще не играбельно. Как бы кофе чисто для соло боев. Надо к хамелеону. О, игра зависла. Так, быстренько перезапущусь. Ну, короче, вы поняли, ребят, да? Игра вылетела, как же это было красиво. Ну, хотя здесь был 12 орел. Не, ну, я его мог... У меня был бы шанс развалить 12 орла. Но у меня просто вылетела игра. А почему нет? Лучший момент в жизни, чтобы вылететь, да? Обидно. Очень обидно. Ну, просто минус 7 рейтингом. Я ж... За что? За что мне все это? Ладно, погнали, еще один бой командный. Надеюсь, 12 орел против меня не попадется. Когда за меня команда 6 уровней, да? Блин, опять скофим. Да что ж меня по одному месту. Ой, ну жираф я убил. В принципе, нормально. Можно сейчас будет с него дроп взять, пока его союзники вообще непонятно чем занимаются. Заберем дропчик, заберем армор. Гранатку там еще нам сейчас дадут. Лиска подберет.
Отлично. Ну, нормально. Минус Никс. Минус Хамелеон. На ману. Все, минус Пингвин. А кто еще в команде? Еще кто-то есть? Серьезно? Так, ну бочку давайте возьму хотя бы. Бочка, в принципе, полезная штучка. Заевейдит что-нибудь. Ну и все. Минусанули, все, забрали эту. Нормально. Стратегия, поставить перед собой стенку, чтобы потом ее разбить. Они что, там с кем-то дерутся или что? Да вроде нет. Так, ну что? Вроде сейчас нормально все. Если никаких там 15 уровней не будет, то можно будет попробовать затащить. В принципе, одного 10-го-то я вынесу. Одного. Но не больше. Тут аптечки лежат. У нас дропа нету золотого. Было бы хорошо, если бы золотой был. Хотя бы один. Но его нету. Его нету. Опа, кролик с 50 уровня. Я его не догоню. Просто не догоню. Хамелеон откинулся. Красавчик. Это гениально было с его стороны. Однозначно. Ну, ну Лиська, добей. Отлично, убиваем. Лиська сейчас берет. Отлично, копицо есть. Мне даже хилка не нужна, мне даже не пробил, что ли. Я не знаю, в общем, как это работает. Может, с него золото что-то выйдет? Ну, выпал золотой этот. И золотая граната, отлично. Блин, я хильнуться не успел. Я не успел хильнуться. А, почему 2 11 и 1 10 и 12? Почему? Вот как? Ну что это за балл? Ну что это за балл? Почему у меня 6 уровень, а у них 11 12? Мне слова нет. У меня просто нет слов, как этот баланс работает. Ну по-любому там просто собрались ребята, но почему их кидает к нам на 1120 рейтинг? Ну не что, реально такой рейтинг? Вообще не понимаю, как эта игра строится по балансу. Ну, разрабам надо что-то с этим делать. Надеюсь, они будут это делать. О, гляньте, Брюс с легендарным скинчиком, а? А, какой красавчик. Блин, опять сколько. Ну ладно, то такое. Так уж и быть, переживу. Так, ну развалили мы тут все. Отлично, забираем дропчик. Прекрасно, прекрасно. Одобряю. Хорошо, прошлись. Получили аптечки, получили дроп. Зря с кофем, конечно, бегаю. Надо было дефибриллятор брать, надо было брать бинт, надо было брать что-нибудь еще. И тогда бы было все норм. Я так думаю. А золотой дробовик лежит, значит все хорошо, можно забирать. Так. А чё золотой дробовик не взял? Всё. Чё это за бред? Ты. Получается, акул взял золотой дробовик, но он не взялся? Серьезно, кстати, посмотрите, как красиво разваливается земля, а? Классный скин. Когда-нибудь себе его по-любому достану. Ляньте, ляньте, просто. А, кайф. Хочу скинчик этот. Я просто... Ну, игра, не выкину. Ну что за дела? Ну вот что это такое? На пустом месте просто. Наш Оли. А, кстати, кто-то, кстати, с бинтом сыграет. Я копьем стену бахнул. Нормально, оторвали. Сойдет. Взяли мы еще один дробовик. Минусанули этого. Не успел я достать, к сожалению. Акул, да там уже нет смысла драться. Слишком далеко от мы растянулись. Слишком далеко. Так, берем гранатку золотую. Убиваем Никса этого не странного. Очень странного Никса убиваем. Давайте я аптечку с Никса заберу. Как говорится, лишней не будет, хотя капля в море, в принципе, той аптечки. Побежали.
Так, наши ребята немножко ускоряются. Я, наверное, их не успею догнать, хотя... Не, нормально, успеваю. Ну, в принципе, мы должны победить, если там... Нет, мы уже победили, все. Это уже 100%, там один челик остался. Фу, ну наконец-то, хоть под конец мне повезло, и против меня не было там 12 уровней каких-то, да? Счастье-то какое. Просто нереальное счастье. Что не было 12 уровней. Один противник остался. Не знаю, кто это, пойдемте его просто искать. В соло. Ну все, его уже нашли. Вот такая вот победка сегодня получается. Наконец-то, под конец, да. А так было очень дисбалансно. В принципе, нереально даже было побеждать. Но я рад, что разрабы пилят нового персонажа. И он будет летающий. В принципе, очень интересно. Сегодня посмотрим в Фейсбуке, что же такого нам покажут разработчики. А завтра я выпущу видос. Ребятки, если видео вам понравилось, и вы хотите увидеть завтрашний видос, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.